королева Оз. Я бражник. Леди Баг и Суперкот не хотят дружить с тобой, поэтому ты станешь их самым сильным врагом. Еще никто с ними не справился, но ты разгромишь их, потому что ты исключительная. А взамен ты принесешь мне их талисманы. Можешь на меня рассчитывать, бражник. Я научу их уважать меня. Хлоя! Леди Пчела! Ее здесь нет. Идем! Это что? Укус насекомого? Это невозможно. Она может использовать суперспособность только раз, как мой супершанс. Должна была перевоплотиться. Суперкот, берегись! Ваше правление окончено, Леди Баг и Суперкот. Мне даже не надо отдавать талисманы. Мои осы парализуют вас, и я просто заберу талисманы сама. Молодец, королева Ос. Ты и правда исключительная, я знал. Осы, я! Беги! Бражник вселил в нее Акуму, когда она еще была леди пчелой. Значит, Акума еще в ее талисмане. Логично, но талисман нельзя разрушить. Нам нужен катаклизм, чтобы освободить Акуму. Положитесь на меня, миледи. Но надо понять, как поймать ее, чтобы нас не ужалили. У леди Баг нет никаких шансов против королевы Оз. Убери свои когти! Ну, и кто же теперь исключительный, они или я? Чтобы объявить победу, нужно забрать у них талисманы, королева Оз. Но я ведь просто развлекалась, бражник, прежде чем нанести последний удар. Прыгай! Вам не избежать моих ос! Приведите ко мне!